Участник номер 20. Тонюшкина Екатерина, город Чебоксары. Коллекция «Путь». Это история о том, как важно пройти свой путь и вспомнить свою историю радости. Участник номер 21. Турова Карина. Город Москва. Коллекция «Пусть». I'm
сами аплодисменты говорят за себя. Коллекция очень удачная. Свой индивидуальный стиль. Прекрасный трикотаж для мужчин, для молодых мужчин. И мне кажется, что она такая одежда будет очень успешной в продаже даже. Потому что мне кажется, все это, несмотря на авангардность, можно носить. Это очень важно. Участник номер 22. Бортникова Маргарита. Коллекция «Ветер перемен». «Ветер перемен» — это надежда на то, что все изменится к лучшему. «Ветер перемен» — это стремление к новым созидательным идеям и их воплощению. Thank you.
Но пожелание больше работайте в одноцветном варианте, потому что кружево так эффектнее смотрится. А здесь свет иногда убивает это кружево. А так блестящая работа, молодец. Участник номер 23. Шабашова Вероника, город Химки. Коллекция «Возрождение». Феникс – символ возрождения, существо благородное и неповторимое. Каждая девушка мечтает стать настоящим неповторимым совершенством. Подобно оперению феникса раскрывается многоярусная вышивка, мерцающая гранями камней и россыпью бусин. Thank you.
Я думаю, что вам есть еще чем вдохновляться. Но, на мой взгляд, это та история, когда видно, что очень много работы вложено в коллекцию, но мне не хватило какого-то изюма, не хватило чего-то яркого, броского, чтобы цепляло глаз и чтобы каждое платье играло. Но я думаю, что у вас еще все впереди в этом плане. Тема очень интересная. Я вообще вам советую поискать вдохновение, наверное, в коллекциях у Гоги Кабадзе. Очень близко и здорово. Спасибо. А мне кажется, вам надо просто найти свою аудиторию. Это театр, кино, ролевые игры. Вас точно там оценят. Я думаю, знаешь, что очень плохо сделано. Модели очень интересный декор. Например, что отсюда... Декор очень интересный сам себе. Первая модель, потому что подорвали юбку классно, что там волнение совершенно фантастически сделано сзади. Цвет какой-то фантастический получается. А дальше вот отсюда... Чуть не хватит. Перебор. Да. Слишком много мыслей. Да. Участник номер 24. Махагова Роза, город Грозный. Коллекция «Гелениум». Я с детства любила сравнивать явления природы с судьбами людей, отмечая их поразительное сходство. «Гелениум» — это куст, где каждый цветок растет и цветет отдельно. Так и люди, вместе с социумом, но у каждого своя судьба. И только от наших усилий зависит, до какого роста мы дойдем.
Вот. Учебное мнение есть, потому что это... Немножко выпало из кожи. В принципе, очень красивые вещи. Если вы же работаете над братьями, то я говорю, что очень дальше, кажется, очень дальше. Я с вами молодец. Я тебе отвечу, что это большая победа. Спасибо. Были. Участник номер 25. Кошна Дарья, город Ярославль. Коллекция «Жемчужное варенье». Туманом перламутровым стерилизуем банки. С любовью уложили в них ягоды с полянки. Нектар цветочный с медом мы добавляли ложки. Жемчужные росинки черпали на ладошки. Заветные волшебные слова произнесли. «Жемчужное варенье» на суд ваш привезли. Номером 26 Крылова Елена, город Москва. Коллекция «Арктические медведи». Источником вдохновения стал белый медведь. Его боялись, его поклонялись, про него складывали легенды. Но спустя столетия он стал символом беззащитности природы.
хотите. Очень хочется, вот я, например, для своего внука приобрела бы каждую из этих изделий, бренды шикарные, надо просто отдавать уже в промышленное производство. Это мое личное мнение. Потихоньку этим занимаемся. Молодцы, удачи вам, успеха и большого заработка.